Я думал, вы сказали, что убили его. Отсрочка приговора была короткой. Несколько дней назад мы накрыли агентство. Вы взяли его прямо в офисе? Нет. Но офис теперь закрыт и уже не откроется снова. Вы нашли бумаги Ортмайера? Они все еще ходят по рукам. Но мы узнали, что документы бесполезны без свежей пробы костного мозга 47-го. Выходит, он и мертвым опасен? Только до кремации, которая начнется через 20 минут. Так как же вы его нашли? Его подвели самоуверенность и алчность. Он взялся за самую трудную, самую дорогую попытку убийства в истории. Покушение на президента? То самое, о котором вы спросили в начале нашей беседы. Хотите узнать, как было на самом деле? Мы рады, что вы взялись за это задание, мистер 47-й. Перед вами в долгу вся страна. К черту патриотизм, Смит. Конечно. Вы ознакомились с заданием? Еще нет. Обрисуйте мне ситуацию. Вице-президент США вступил в сговор с Марком Парчетти. Думаю, вы знаете, кто он. Знаю его работу. Отлично. Они планируют убить президента, как только он вернется из Лос-Анджелеса. Еще напиток, сэр? Будьте добры. Более подробные сведения в описании. Я могу еще что-нибудь для вас сделать? Я давно ждал шанса поработать с вами. Я сообщу, если мне понадобятся подробные сведения. И еще. Больше никаких личных контактов. Простите, господа. У племянницы день рождения. С днем рождения, милая. Ты получила мой подарок? Это то, о чем я всегда мечтал. Личный пропуск в Белый дом. С крыши убрали сигнализацию. Да, солнышко. Все в полном порядке. Уж прости, но у твоего дяди дела. Я позвоню тебе позже, и мы поговорим о твоей вечеринке. Ох уж эти девочки. Слушайте внимательно, 47-й. Готовится покушение на президента США. По идее, его должны предотвратить ЦРУ, ФБР или секретная служба. Однако, мы не можем на них рассчитывать. Почему? Да потому, что за покушением стоит действующий вице-президент. Та же преступная группировка, что посадила его на эту должность, собирается протащить его в овальный кабинет. У них есть свои люди в каждом из правительственных агентств. Убийцы, скорее всего, уже находятся на месте. В Белом доме. И если вы их не остановите, президент погибнет сразу после возвращения из Лос-Анджелеса. Ваши цели? Печально знаменитый киллер Марк Парчетти III и вице-президент собственной персоной. Вещи на ленту и проходите здесь. Вход только по пропускам.
выставка, да? Пошел вон! Что за звук? Пошел вон! Прошу прощения, но вам сюда нельзя.
Значит, ты и есть знаменитый Марк Парчетце III. Не стоит меня убивать, 47-й. Я такой же, как ты. Наше сходство не имеет значения. Мы практически братья. Ты же не выстрелишь. Я делаю то, за что мне платят. Не обезвредил.